И в продолжении темы праздник «Страна Спортландия» прошел в Центральном парке. Организатором мероприятия выступил Центр культуры и отдыха «Люберец». Спортивное действие было посвящено Дню физкультурника, который отмечается в нашей стране вот уже 56 лет. Почувствовать вкус лета в Люберцах можно и не уезжая за пределы города. Сотрудники Центра культуры и отдыха постоянно проводят в Наташинском парке различные мероприятия. На этот раз они приобщили молодое поколение к активному образу жизни. Ребенок должен быть постоянно чем-то занят, начиная вот с такого возраста, заканчивая подростковым возрастом, чтобы у него не было времени на всякую ерунду. Сейчас это мультики какие-то бестолковые постоянно. В подростковом возрасте это может быть гулянки такие. Когда ребенок постоянно чем-то занят, у него нет времени подумать о том, о чем ему думать не нужно. Спортивная программа «Страна Спортландия» окунула детишек в их любимую атмосферу, где спорт – это игра. Они поучаствовали в конкурсах и состязаниях, веселились на полную катушку, показывали свои способности в гибкости и ловкости. Мы пытаемся, с одной стороны, разнообразить их досуг, а с другой стороны, может быть, даже раскрыть какие-то потенциалы. Или научить детей элементарному – прыгать, приседать, крутить обруч, попадать метко в цель мячиком. Я считаю, что для детей это более чем полезно. На этом летняя программа Наташинского парка не заканчивается. 22 августа в День флага России. Здесь же пройдет развлекательно-интеллектуальная программа для подростков и взрослых. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.